Здесь можно платить криптовалюты. Все шинные центры Tire Plus в Беларуси принимают криптовалюты. А другие места нет, да? Другие нет. Пока. Пока нет. Но скоро будут все принимать. Полтора года назад я узнал, что такое блокчейн. И понял, что это прорывная взрывная технология, которая изменит мир. И как раз моя мечта была о том, чтобы Беларусь ввела в оборот криптовалюту и законила смарт-контракты, ICO. В Беларуси шанс стать новой Швейцарией, но в криптовалюте, в криптовалютной экономике. Это колоссальная возможность. Меня она очень зацепила. И вот полтора года я занимаюсь, создаю школу блокчейн разработчиков, поддерживаю стартапы с технологией блокчейн. Выбираем криптовалюту, в нашем случае это биткоин. Добавляем номер товарного чека, например. Далее мы выбираем цену. Добавляем. У нас появляется QR-код. Сканируем. Все получается. Ну, вообще, век современных технологий, я думаю, что это достаточно удобно. Сегодня, до вступления в силу декрета, покупка, продажа криптовалют осуществлялась людьми, частными людьми, друг другу. Встречались в метро, в кафе, продавали криптовалюту. Ну, на таком бытовом уровне. Мы надеемся, что в ближайшие 3 месяца появятся официальные обменники и биржи, на которых можно будет спокойно, законно приобретать, не боясь мошенничества, криптовалют. Фаундер CoPay Владимир Сержанович.